Здравствуйте, я Юлия Майорова, ведущая программы «Здоровье» на телеканале РГВК «Дагестан». Но прежде всего я мама, и когда сажусь за руль, то всегда думаю о здоровье и безопасности окружающих меня людей. Я как водитель всегда помню, что безопасность на дороге зависит от всех участников дорожного движения, от пешеходов до автомобилистов. А вы помните,